Всем привет, друзья! Сегодня готовлю такую крупу, как булгур. Буду готовить в мультиварке с овощами. Из овощей у меня, правда, только лук и морковь. Скажу сразу честно, булгур буду готовить первый раз в жизни. Никогда его раньше не ела, не приходилось готовить. Но рано или поздно все равно нужно пробовать. Говорят, что каша вкусная. Значит, для начала порежу овощи, лук и морковь. Сразу включу мультиварку на режим жарко. Пускай разогревается. Затем порежу морковь. Значит, читала в интернете, мнения расходятся в том, нужно ли промывать булгур. Значит, некоторые пишут, что нужно промывать, так же, как любую крупу. Некоторые говорят, что он уже, эта крупа идет как бы обжаренная. Так, морковь я нарежу покрупнее такими брусочками, чтобы хорошо было видно ее. Если вам так не нравится, можно натереть на терке. Вот, а некоторые источники пишут, что нужно его не промывать, а просто обжарить. Вот я так решила, что промывать не буду, а слегка его обжарю. Так, овощи измельчили. В чашу мультиварки наливаю подсолнечное масло. Можно это делать и на сливочном масле. Итак, мультиварка у меня разогрелась. Высыпаю сюда овощи. И обжариваю не сильно, так слегка до золотистого цвета. А потом сюда же, когда овощи поджарятся, я высыплю саму крупу и обжарю еще вместе с овощами минут 5. Вот так овощи я обжарила буквально 5 минут слегка. Далее всыпаю, значит, стакан. Это от мультиварки стакан идет. Высыпаю булгур. И еще минут 5 буду обжаривать вместе с крупой. И решила добавить, значит, соль мы добавим. Смесь перцев у меня вот такая вот. И решила добавить приправу для плова. Мне кажется, будет она в тему. Продолжаем обжаривать, помешиваем. Итак, обжарила еще 5 минут. Отключила режим жарко. Теперь добавляем воду. Значит, если у нас был 1 стакан крупы, мы добавляем 2 стакана воды. 1 к 2. 1. И 2. Затем добавляю соль, приправу для плова, немного, и перца. Перца я совсем чуть-чуть, потому что я вспомнила, что у меня в этой приправе для плова она такая перченая. Чтобы не получилось слишком острое. Все, закрываю крышкой. У меня мультиварка-скороварка. Клапан я закрываю. Так, открыт. Вот, закрыт. И ставлю на режим крупы на 20 минут. Посмотрим, что у нас получится в итоге. Ну что, ребятки, прошло у меня ровно 20 минут. Мультиварка отключилась. Посмотрим, что у нас получилось. Ой, горячо. Вот такой вот гарнир вышел. Перемешиваю. Довольно-таки рассыпчатый. Пахнет прикольно. Можно насыпать в тарелку. Вот такой вот красивый рассыпчатый булгур получился с овощами. Осталось только попробовать.
Ну, что я вам хочу сказать. Попробовала и хочется взять еще. Очень вкусная каша. Только горячая. Очень вкусная. И, кстати, приправа, которая к плову, очень в тему подходит классно. В общем, вот такой вот вкуснячий гарнир получился. Всем советую. Кому понравилось видео, ставьте лайки, заходите на канал, подписывайтесь. И всем пока-пока!